перепады конкретные от спокойствия и резкие буквально там бывают. То есть резкая смена настроения? Резко может быть смена настроения. Но я спрашиваю для себя, а чья это мысль? Почему я так делаю? Красавчик. Но, правда, без совета очередь такая большая, душ куда-то проходит, типа портал. А почему ты покинул это пространство и пошел вот на воплощение на планету Земля? Вон какой здоровый. Молодец. Память прошлого не полностью стерта. А чё ж вы как плохо работали-то? Чё не стерли-то всё? Дух силён. Браток, ты куда полетел? Не-не-не. Да-да-да-да-да, ну как же не сидел, вернулся. Активация и синхронизация всех энергий вибраций. Огнём горю. А он узнал в тебе самого себя? А я все подал ему, что это я и есть. Что ты начинаешь, должно закончиться ровно там, где начал. Или должно закончиться ступенькой вниз. Скажи, пожалуйста, у тебя по жизни нет ощущения бега по кругу? Есть. Поэтому решил решать вопрос, потому что все зациклено. Помимо отношений, работы, все циклично. И странно это все. Ну, как мы все знаем, да, идет просыпание, да, определенное. Ага. Ну, видно, пришла пора к этому. А какое событие произошло перед тем, как ты принял решение пробуждаться, да? Какое событие произошло? Они да, уже что произошло? Происходят, ну, последние, наверное, года три. Ну, какие-то люди встречаться начали, которые да? стали говорить я какие-то начали вещи. Ну, встречаться люди три года назад стали такие интересные. Весь вопрос заключается в том, что... Слишком стал что-то понимать, воспринимать, что что-то неладное происходит вокруг. А слушай, я вот не участвую. Это никогда не бывает слишком, да, это бывает своевременно. Да. Причем, и заметь, сколько бы ни было лет человеку, да, когда он пробуждается, это все равно происходит своевременно. Почему? Что каждому фрукту нужно время созреть. Поэтому, когда человек осознает, это здорово. Просыпается, пробуждается. Так, что стало происходить? Угу. Что стало происходить? Ну, стали сны различные проявляться, интересные. Какого характера? Сны разного характера, так как я человек военный, сейчас уже в отставке, да? Угу. А звание? Пара. Вот капитан у меня, спецподразделение. Ладно, ага. Это суть не в этом, вопрос заключается в другом. Вот к этому постепенно, планомерно пробуждаться начал, ну, примерно интенсивно, года 3-4. То так. есть... Стали приходить мысли, самоосознание, чего, зачем, начал копаться, искать там, ну, как все, наверное, пробуждаемые. Что начал? В этот период начали всплывать старые воспоминания, причем которые я уже фактически забыл, они стерты. Так. Воспоминания. Особенно, Сережа, после того, как я вас посмотрел, когда ты был с Леной, потому что я другая, помнишь, когда вы год назад, по-моему, злого гения изгоняли, нет? Ну, было такое, это да, да, когда он врата шара. Да. И получается, такой момент произошел, тоже очень интересный даже. Все больше смотрев материалы, я себе начал тоже осознанно задавать некоторые вопросы, да, когда мне идет какие-нибудь картинки или еще что-нибудь идет. Я закрываю глаза и вижу дракона. А потом другие были, а вот это очень хотел у Лены спросить, потому что иногда получается, тоже глаза закрывая, как будто на какую-то волну настраивался, бац, вижу, как будто вот улица темная, фонарь чего-то освещает, вот как от фонаря я смотрю, как будто чуть что-то освещает, такое серое все, четырехлапое с черепушками, тын-тын-тын-тын, вокруг. Я думаю, не, вообще это что-то неладное творится. Это все нормально. Нет. Дальше по жизненным аспектам стали всплывать разные факты, как я с лестницы падал. Два раза у меня получалось так в детстве. Первый раз у меня ножевое проникающее ранение глаза. Братик мне ножичком зарядил в глаз. Это сколько лет тебе было? Лет 6. Пытались у меня зрение отнять. Второй раз спасли?
Да-да, доктор успел спасти глаз. А второй раз у меня было, зрение мне пытались отнять. Это уже 12-13 лет, точно не помню, потому что там разорвался кипятильник, и мне ожог третьей степени обоих сетчаток глаз. 5 дней примерно я был слепым. И здесь пробовал, да, без зрения. Там ощущения были такие, что когда просыпался, грубо говоря, у меня сознание просыпалось, телом я двигать не мог, да, я не мог перебороть это. То есть как будто я в оболочке нахожусь внутри какой-то, и я не могу ничего никуда. Эмоции страха? Нет, какая... вот странно, что страха у меня как бы не было. Почему-то осознание такое было, что это естественно. Это во время сна происходило, либо наяву, нет, когда ты спать хотел прилечь, да, просто отдохнуть? Это происходило в разные моменты. Я днем прилег, просто лежу, проваливаюсь как бы в сон, все. Тело у меня не работает, работает сознание только. Вот это вот и все. То есть можно к этому отнести. Сколько времени длилось такие моменты? Такие моменты длиться могли там 10-15 минут. Угу. Потом я уже научился силе воли пробуждать себя и все. А как это происходит? А на эмоциональном я заставлял свое тело, чтобы оно пошевелилось, и все. После этого или так я пробуждался, или когда только меня толкнешь. То есть подойдешь ко мне, что-то спросишь, я так только пробуждался. Это первое время, потому что я не мог. А так как был слепой, мама часто подходила, просто спрашивала довольно-таки, как чего, как дела. Угу. Порой даже одеял там, еще что-нибудь вроде. Так, ну, так. Смутно помню. И все. На этом... Угу. Как бы так. Вот второй раз меня пытались без зрения остаться. Третье. Мне было 8 лет примерно, ориентировочно 8 лет, я точно сейчас уже не помню. А, первые мои страхи, и, наверное, первые, которые основные, подселенцы ближе ко мне приехали, это, ну, одни из них, это было детство, лет 7-8, и мы спали, я лежал в деревне, открываю глаза, чувствую, что-то не то. А вижу, в проеме двери стоит человек. Но я как видел? Я видел, сейчас я могу сказать, что это энергетика, да, фактически, как такая, человеческий в полный рост. Я на него смотрел, он на меня смотрел. После этого это, я с этого момента потом спал под одеялом. То есть я испытал страх, понятное дело, и лег под одеяло. Потом лет, наверное, в этот же период примерно... Почему-то пристранно как-то нашлась такая книжка старая была, где там старые сказки такие были интересные. И в этих сказках были вот нарисованы как раз всякие бяки-козобряки. И потом бяки-козобряки вот эти мне во снах, блин, приходили и мучили меня, я так понимаю. Уже сейчас, это осознанно я сейчас уже говорю, что было на тот момент. Во снах что было? Во снах меня в тот период и убивали. Прямо там, это старый муж жизни как-то что-то связано, потому что там как бы меня прокалывали, я в окно пытался выпрыгнуть, меня догоняли там, и убивали там, в живот там. Ощущения, конечно, были, да, фантомные боли существенные. Угу. Далее по возрастной линии все, потом вроде как это все отвалилось, все более-менее ровно идет. Потом 11-12 год начинается такой переломный, я ухожу в службу, понимаю, что не то. И дальше в другой работе, там общаюсь, начинает все ломаться, все просто выходить из строя. Подожди секунду, то есть ты со службы ушел уже порядка 10 лет назад? Да. Угу. Начинает все ломаться, все выходить из строя. Подожди секунду, Дим, вот ты сказал, все пошло не так. А что конкретно пошло не так? На личном фронте не так все пошло, все на склон. Потому что я не знаю, что со мной произошло. Если до этого все было стабильно, то потом просто слом переломный на личном фронте, потом на финансовом полностью все ушло. Как будто меня стали отрубать от всего. Что еще тревожит тебя? Скажи, пожалуйста, Дим. Ну, что меня тревожит? Внутреннее такое сознание, что все-таки что-то я должен делать, с чем-то я пришел, почему-то такие мысли там иногда приходят. В снах иногда приходит наша земля, купол над ней. И нас стоит 12 человек, у нас гигантские мечи фактически перекрывают этот купол над ними. Я не знаю, с чем это вообще связано стороннее. Второе, очень важный момент интересный был. Тоже я лег, закрыл глаза, просто выдохнул, расслабился. Сделал там 5-7 вдохов, спокойно все. И все, я лечу в космос, я хочу вылететь в космос. Да? Что у меня происходит с этими моментами?
Вот я только вылетаю, я вижу эти яркие-яркие звезды, безумно яркие, и меня сразу сверху, как куполом, пук. Я говорю, нет, я сказал, в космос, меня опять открывает, опять. И вот такая минут 20 возни такой борьбы, то есть меня в конечном итоге все равно захлопнули. И вокруг паразиты не дают никак выбраться. Да? Что, вся эта интерференция присутствует всегда в наших полях, ну, в полях человека, как угодно, там, биоробот, как хочешь назови. Только тогда, когда сам человек это позволяет. То есть существует несколько конов пространства. Да? Один из конов говорит о том, что существует воля, право изъявления души, право распоряжаться собственными энергиями. И ни одна сущность, какого бы она ни была порядка, да, в том числе и та, которая тряханула слипер Лену с кровати, да, не имеет права без какого-либо позволения использовать чей-то потенциал. По большому счету. Если мы сами же не позволим это. Ну, это понятно. Мы можем это или сознательно, или подсознательно, ведь правильно, позволение. Да, либо мы можем просто, не подозревая о том, что нам поставили как будто какую-то ловушку, попросить помощи, как это обычно бывает, да? Хочу осознать что-либо, приходит помощник, говорит, идем, я тебе сейчас все покажу. Ну, только, да, только там при одном условии, там, ты мне дай фонарик, я тебе буду светить. Ага, ну это-то да, конечно, да. Понятно, да, ну чё ж не дать-то, да, он же для меня хочет светить, на тебе фонарик, на тебе мои жизненные силы, да, свети давай. И получается такое подключка с контрактом с определенным. Но, к сожалению, Сереж, мы же позже начинаем осознавать, что и как к нам могло подключиться, когда начинаем просыпаться уже, окончательно давать, ага, в какой чё момент. Какие негативные эмоции очень часто присутствуют в твоей жизни, да? Гнев, раздражительность. Давайте, вот смотрите, очень резкие, да, это можно идти к раздражительности. Иногда порой перепады такие, причем перепады конкретные от спокойствия, и резкий буквально там бывает. То есть резкая смена настроения. Резко может быть смена настроения. Угу. Это вот было последнее, грубо говоря. Сейчас, последний год, я это стараюсь контролировать и просто уничтожать намеренно. Я спрашиваю для себя, а чья это мысль? Почему я так делаю? Красавчик. Ага, молодец. И как бы я понимаю, что внутри это не мое. Говорю, я так не могу, это не моя мысль. То есть у меня почему-то такое приходит, осознание, что мне надо спросить внутри себя просто, что это и кто это делает. Ты все правильно делаешь. По ходу действия, просто я буду тебе пояснять, алгоритм всегда в нашей жизни, он примерно один и тот же. Это как в математике, да, когда ты решаешь задачу. Сперва идет мысль, потом эмоция, потом действие. Молодец, ты все правильно делаешь, ты все делаешь на интуиции. А с чего бы ты хотел бы начать? Вот, у нас есть клубок определенный, да, который ты рассказал с детства, взаимоотношения вот в детстве, почему там тебя хотели оставить без зрения, прекрасные ножницы, хорошо заточенные, воткнули тебе в височек и так далее, и до сегодняшнего момента, здоровье, там вот ноги мерзнут, глаза, там что-то, голова и так далее, резкая смена настроения. С чего бы ты хотел начать? Мы рассмотрим все, от слова совсем, что тебя тревожит. С чего бы хотел начать? С осознания полного. Зачем, почему и как. Ой, слушай, давай мы этим завершим. Я тебе объясню, почему. Я не просто так. Значит, в завершении нашего сегодняшнего путешествия будет посещение твоего родного дома. Да, это источник, где зародилась энергия твоей души. И вот там ты увидишь себя, кто ты, что ты, ради чего пришел, значит, даже спросишь, где мои еще 11 товарищей, с которыми мы там охраняем купол, ты со всеми увидишься, со всеми встретишься, ты узнаешь миссию, ради которой ты пошел на планету Земля, цели, задачи и все остальное прочее, идешь ли ты по программе или нет, какой-то сбой и так далее, какие корректировки тебе нужно сделать, как наладить взаимоотношения с женой, да, и нужно ли расписаться в браке или не нужно, или это чисто... Я тебе говорю о том, что ты можешь задать любой вопрос, который тебе захочется получить ответ. Я тебе говорю так, чтобы ты понимал, какие вопросы там можно задавать. А слово совсем все. Ну, там будут, наверное, другие у меня вопросы немного. Ой, знаешь, какие будут, такие будут. Самое главное, никогда не анализируй. Вот не хочу. Мысль, которая приходит первой, да? Правильно. Да, никогда не думай, правильно ты говоришь. Никогда не думай, что за чушь мне пришла, да какая-то ерунда. Вообще, я даже и думать об этом не могу, а мне эта мысль пришла. Ее нужно озвучивать.
Обязательно. Это вот как раз в последнее время идет, что этот, что вот мне мысль приходит, я на это ориентируюсь, какая первичная мне пришла, а остальные... Да, 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 да. Та первая, которая приходит, она и является истиной. А все остальное уже идет под внушение. Угу. Да. Поэтому этим закончим, приятным моментом. Обнимашки, там, целовашки и все остальное прочее. А клубок мы начнем распутывать, наверное, все-таки с детства начал. Во всем этом. Выходи в это пространство и описывай все, что ты видишь, все, что ты чувствуешь. Сумрачно. Так. Угу. Вспышки вдалеке, как зарево, голубовато, темно-синее. Так. Я нахожусь типа подиума. Угу. Ответвления идут, как на космический такой. Так. Площадки. Хорошо, пусть подсветится то ответвление, по которому мы с тобой пойдем прогуляться, для того, чтобы увидеть эзотерическую причину вот этих вот травмоопасных ситуаций, связанных с твоими глазами. Нас интересует пока только одно. Пошли, посмотрим, что там. Я двигаюсь быстро, стоя на месте. Угу. Я на точке. Так, хорошо. Я внизу, выше меня трамплин. Угу. Спокойное дыхание, спокойный вдох, выдох. И ты смотришь как будто со стороны на все происходящее. Тебя ничто не тревожит, ничто не беспокоит и не волнует. Ноги. Что с твоими ногами? Вибрация теперь на них. Изъяви свою волю заблокировать все источники питания, через которые идет стяг энергии. Заблокировано. Молодец, умница. Как теперь ножкам, полегче? Да. Хорошо. Хорошо. Дим, смотри сейчас. Сейчас скачет, я смотрю. А ничего страшного, смотри, маятник такой перед тобой. Чук-чук. Чук. Они меня выводят просто из этого. Ну, ничего страшного. Маятник, видишь, чук-чук. Временная линия, чук-чук. Чук-чук. Ага. Давай на этот маятник забирайся. Уже здесь. Ага, и скажи, я изъявляю волю переместиться в самый важный момент своего воспоминания. И на счет три... Ты перенесешься в это пространство. Просто телепортируешься. Раз, два, три. Телепортация. Мне показывают, я маленький еще. Ну, отлично. Опиши все, что ты видишь сейчас. Что там тебе показывают? Пока это ребенок, я маленький. Угу. Меня целует лобик. Так, а кто целует, посмотри. Приходит, что мама. Угу. Так. Ну, отлично. Как ты себя чувствуешь? Они меня пытаются вытащить, то есть, из этого состояния. Угу, угу. Смотри, сейчас на счет три ты сам себя... Датчик колбасит, и они пытаются, поднять мне, чтобы я открывал глаза. Сейчас, что ли? Всячески, да. Ну, да. И что, открой глаза, открой глаза. Открывай, открывай, не бойся. Открывай, что ты боишься открыть их? Открыл? Да. Ну, что произошло? Ничего не произошло. Закрывай спокойно глаза. Ты можешь видеть все с открытыми глазами. С закрытыми глазами. Для тебя это не барьер. Поэтому не бойся того, что откроются глазки. Никто тебе не помешает разобраться в этой ситуации. Сейчас ты переносишься опять по ленте времени воспоминания, когда ты был маленьким. Ого. Сейчас образы пришел, что вот я ребенок. Угу. Надо мной. Типа дракона образ. Так. Так. И в меня через голову как бы заходит. Ну, хорошо. А теперь смотри, ты сам себе включаешь панорамный режим зрения, ты как бы становишься сторонним наблюдателем всего происходящего. Видишь себя маленьким, видишь все, что происходит вокруг, и помнишь, да, что любая энергия имеет свой цвет. У меня аура зеленоватая такая. Ну, отлично. Почувствуй, потрогай ее прям. Ты можешь потрогать ее. Потрогай, любая энергия имеет информацию. Потрогай эту зеленоватую ауру и считай информацию, что это за энергия. И тебе получит, ты получишь ответ. Прям в виде мысли формы. Тепло. Ну, отлично. Добро. Так, замечательно. Радость. Ну. Привет. Хорошо, замечательно. А теперь посмотри, когда этот цвет стал меняться. Лента назад. Стоп. Так, я молодец. Свет. Угу. Что там происходит? До этого момента я светлый. Так. Сижу рядом, мама тоже. Угу. Так.
Так. Целует меня. Так. Переходит под видом дракона. Это сейчас пришло. Ага. Так. Все. После этого голова потемнела. Угу. Все, аура затемнена. Так, хорошо. То есть он зашел к тебе от твоей мамы? Да. Молодец. Красавчик. Ну, спроси, как к нему можем обращаться. Пусть он тебя назовет свое имя. Что-то непонятно. Для начала тогда знаешь, что скажи? Я изъявляю волю, чтобы ответственный вот за эту чужую энергию, которая сейчас перетекла от мамы ко мне, проявился фантом ответственного. Кто отвечает за эту энергию? И встал передо мной. Проявился кто-нибудь? Мордастый, зеленый. Ага. Скажи, привет, морда. Я уже поздоровался, он отодвигается, слишком из-под глаз выходил. Ну, скажи, а что ты отодвигаешься-то? Поздняк уже метаться-то. Головой машет влево-вправо. Угу. Скажи, что, говорить не хочешь, что ли? Может, поговорим, скажи? Пообщаемся? Не хочет, он боится. А что бояться-то? Отдаляется. Подожди секунду. Отправь ему через канал, через эмоциональный канал импульс радости и счастья. Он просто рад и счастлив, что с нами встретился. И страха нет у него. Только радость, только счастье. Нет, это ему не нравится. А что ему нравится? Страх не нравится, радость не нравится. Скажи, тебе что нравится? Мне нравится, что я, что ли, очнулся или просыпаюсь. Нет, ну это понятное дело. Угу, угу. Раньше ты был его узником, понимаешь, и он тебя делал, что хотел. А сейчас, когда ты его обнаружил, он становится твоим узником. И чем больше я хочу знать, тем больше ты мне хочешь рассказать. Новое условие вступило в силу. Поменялись условия-то. Давай пообщаемся. Что он тебе говорит? Готов общаться, нет? Непонятно. А ты разрешишь Лене войти в твое пространство? А то у нее сейчас уже руки оторвутся. Она там все машет, машет, жестикулирует, жестикулирует. Я разрешаю, она вокруг летает. Я ее видел уже с самого начала. Да, я здесь, я наблюдаю. А то она скучает. Я с самого начала видел, как ты по спирали. Самокатик твой детский, вон стоит велосипедик. Пора ее приобщать, а то она уже без работы заскучала. Кто у нас там, Лен? Посмотри, пожалуйста. Драконьянец, дракон. Так, драгоньянец. С крылышками, да? Ну, да, с здоровый. Крылышками. Как к нему обращаемся, Лен, спроси его. Урус. Урус? Урус. Урус, ага, Урус. Так, хорошо, Урус, приветствую. Урус. Ну что, поговорим? Нет. А чего ты так не хочешь с нами говорить-то? Не хочу с тобой разговаривать. Ну что ты какой... Я к тебе как бы с гостеприимством, с теплом. Я знаю, что ты мне не друг. Так, ну и ты мне не друг, и я тебе не друг. Я же не напрашиваюсь к тебе в друзья. Мне нужна информация. И ты сам прекрасно знаешь, что чем больше я захочу узнать, тем больше ты захочешь мне рассказать. Что ты хочешь знать? Ну, я хочу знать, как давно ты здесь в гостях. Это твое первое сотрудничество. Сколько воплощений я здесь? Ну, а сколько несколько? Несколько – это не цифра. 8. 8. А сейчас какое воплощение у Дмитрия? На планете Земля меня интересует. 15. Так, и ты уже 8. А скажи, пожалуйста, чего он так долго задержался здесь? Никак опыт свой не пройдет, что ли? Не даем. А кто конкретно не дает? Только вы с кем-то еще? Нет, выше есть. А кто выше? Расскажи нам. Я не хочу тебе говорить. Ну так слушай, я тебя не спрашиваю, хочешь ты или не хочешь. Я тебя спрашиваю, кто дал задание находиться Лишнее. Тебе здесь? У вас есть какое-то с ними сотрудничество, контракт, есть. Договор? О чем вы с ними договорились? Да, договорились. А о чем вы с ними договорились? Не даем подняться. Не даете подняться. А нижние сколько с ним уже в гостях? С самого начала. С самого начала. Это сколько? Со второго воплощения. Со второго воплощения на планете Земля? Да. Ага. Дим, настройся на него, пожалуйста. Считай информацию для начала. А как они на тебя влияли? Да, скажи... Покажи мне жизненные ситуации мои, в которых проявлялось ваше активное взаимодействие, да, со мной. Вот смотри, события, значит, когда тебе ножик в глазик втыкают, посмотри, что там произошло и кто в этом принимал участие. Тень со стороны смотри. Тень стоит за братом. Тень стоит за братом. Так, что это за тень? Пусть проявится. Пора выйти из сумрака. Все предстают перед тобой в своем истинном образе. Кто там? Темное. Ну, спроси у него, слышишь, товарищ,
Да чего ты это хотел сделать-то? Ты для чего мне ножик в глаз воткнул, скажи им? Проси, что он тебе расскажет? Или цели не было оставить тебя? Мысли образа, что меня в темноте оставить, чтобы я в темноте был. Угу. Но сломать если... меня. Ага. Какая цель была этого мероприятия, когда ножичком в глазик воткнули? Урус, рассказывай. Расстроить, чтобы упал и не видел ничего, кроме темноты. Угу. Так, хорошо. Не получилось, получается, да? Почему не получилось-то? Что за сбой произошел? Дух силен. Дух силен. Так, второй случай. Кипятильник взорвался в руках. Что там произошло, Урос? Та же история. А кто заставил выдернуть его кипятильник из стакана? Я. Он, темная рука такая, держит мою, я поднимаю. Ага. То есть ты тоже не добился того результата, которого хотел? Дух силен. Дух силен. Так, хорошо. Какой потенциал присутствует в энергосфере у Дмитрия? Почему вы не хотите, чтобы он проснулся-то, осознал знания всю свою имеет. Силу? Какие знания? Как открыть? Открыть что? Доступ. К чему? К знаниям. Каким? К истинам. Слушай, истина у всех своя. Ты давай, вот почему я у тебя каждый раз вытягиваю по слову, Урус? Давай полным предложением, да? Знания, истины, каких истин и так далее. Давай я к нему подключусь, я так подсоединяюсь чуть-чуть. Да не бойся ты меня, что ты шугаешься. Иди. Вдох, выдох. Урус, приветствую тебя еще раз. Приветствую тебя. Угу. Ну, расскажи, что же за знание-то все-таки? Добрались, таки добрались. Ну, а что ты хотел? Конечно, доберемся. Это волеизъявление Дмитрия. А мечтания, да. Ой, слушай, вот не надо нам говорить, что отдашь, что не отдашь. Ты же знаешь прекрасно, да? А пицца. Волеизъявление для вас это закон. Давай, расскажи, какая сила в этом мече тогда? Если уж ты мне про меч стал говорить, значит, так и нужно. Что за сила в этом мече? Кладенец такой. Заложена программа в него. Ага. Ключик – это один из них. Ключ к чему? К открытию. Открытие мы чего? Закрываем пространство. Угу. А скажи, пожалуйста, Урус, вот у Дмитрия был такой сон. Их стоит 12 с мечами, и они стоят на защите. Расскажи мне, что это был за сон у него? Память прошлого не полностью стерта. А что же вы как плохо работали-то? Чего не стерли-то все? Дух силен. Дух силен. Его никто не может закрыть. Расскажи мне, кто он? Он архат? Свет. Он архат? Он стражник. Стражник. Так, а что они охраняли там, скажи, пожалуйста? Они стоят на страже миров, защищая планетарное пространство. Так, а как он попал под ваше влияние? Они потерялись, каждый из них забыл себя. Угу. Так. Идет соединение, которое мы пытаемся предотвратить. Угу. Это было 1000 лет назад. Угу. А что произошло? Почему они все потерялись? Мы помогли им. Угу. А что вы сделали? Обрести дорожку вниз. Заточить их на долгие
тысячелетия в планетарных узах воплощения полностью позабыв себя. Мы бились, что забыла, мечта у меня была. О чем и речь? Ага, Урус, ладно, скажи, пожалуйста, а как вот вы со своими сотоварищами, да, с которыми у вас договор, влияете на Дмитрия по его жизни? Вот скажи, у него есть резкая смена настроения? Своя программа. Мы даем свою программу. Идет по пути забвения и низкой чистоты, отвлекаясь на мирские нужды бытия, забывая себя еще больше во тьме. Это не могло продолжаться так долго, не в этих условиях. Видимо, бой повторится. Ага, а теперь посмотри на Дмитрия. Посмотри на его потенциал. На счет три все его знания, вся его сила, вся его мощь просто пробуждается. Раз и раскрыты, все есть потенциал. Пробуждай. Ага, а теперь смотри, а надо ли тебе вообще к нему на бой-то идти? Или лучше сторонкой? Моя задача предостеречь. Ага. Ну все, поздняк, не предостерег ты ничего. А я пытаюсь, я воин. Ты я воин. Такой же стражник, как угу. и он. Ну и отлично. У него есть войско, которое он забыл и не вспомнит никогда. Ага. Я-то тебя уверяю, один на один. Так, хорошо. А теперь смотри, спасет ли тебя встреча с ним один на один? Дим, слышишь меня? Да. Прими свой истинный образ. Вот и встретились. Тобой. Раскрой весь свой потенциал. Только ты не помнишь себя. Верно, потому что не всю себе забрал, не так ли? Забираю. А ты вспомнишь, что забрать должен. Энергия идет. Все верно. Но забрал ты не все. Поэтому ты не так силен сейчас. Урус, слышишь меня? Конечно, Урус, оставь меня с Леной. Оставь меня с Леной. Лена, отсоединись от него. Как тебя чувствуешь? Нормально, да, она себя чувствует. Да он какой-то весь сухой. Я его высушил всего. Светички. Угу, хорошо. А скажи, пожалуйста, что вообще происходит вот по жизни у Дмитрия? Почему он не может наладить свою семейную жизнь, да, вот эти вот теплые человеческие взаимоотношения? Наша программа обсуждена изначально. Угу. Изначально. Так, и что по этой программе изначально должно происходить? Рассказывай тогда, если ты на программу ссылаешься. Что в этой программе прописано? Ну, раскрой ее тогда, Урус. Давай, раскрывай. И Диме покажи. Скажи, да, Дим. Да, на, держи. Да, на, держи, смотри, читай. Дим, а ты раскрываешь и читаешь. Давай, читай, что там за программа, что там прописано. Дим, ты цепи видишь на себе? Да я опутанный весь как этот, с ног до головы, но уже все поздно. Я уже выбираюсь из них. Не торопись, всему свое время. Посмотри программу, прочитай ее. Скажи мысленно, я хочу увидеть все скрытые пункты, все негативные пункты, которые прописаны в данной программе. И которые деструктивно влияют на меня, на мою жизнь, на мою судьбу, на мое развитие. Давай, я не проявится, а ты читаешь. Свет, светлая энергия, столько, что это... Все хорошо, я там... сейчас нет, я знаю, просто этот... Не могу сосредоточиться сейчас. Что там написано, Лен?
Угу. Сейчас идет мыслеформа, я мыслеформу считываю. Хорошо. Каждая ступень ведет вниз, замыкается к началу. Откуда пришел, туда и вернешься. Нет развития. Все, что ты начинаешь, должно закончиться ровно там, где начал. Или должно закончиться ступенькой вниз. Угу. Дима, скажи, пожалуйста, у тебя по жизни нет ощущений бега по кругу? Есть. Вот поэтому и занялся. Угу. Поэтому решил решать вопрос. Потому что все зациклено. Помимо отношений, работы, все циклично. И странно это все. Держи свою бумажку. Теперь я знаю. Хорошо. А посмотри, когда было подписано данное соглашение, данный контракт о том, что должно происходить в твоей жизни, что ты должен идти именно по этой программе и никак по-другому. Вот самый ранний случай, когда у тебя эта программа появилась в твоей энергосфере? Показывают, по-моему, наподобие совета, очередь такая большая, душ куда-то заходит, типа портал. Так? Да. Ну, что там? Ты встал в очередь, что ли? Нет, я со стороны. Ну, что дальше происходит? Рассказывай все, что там происходит, все, что ты видишь. У него там отдельный билетик. Отдельный кабинет. VIP. Отдельный кабинет. Ага, ну заходи в отдельный кабинет. Ну, а кто там находится в этом кабинете? Посмотри. Темные. Ну, они же не всегда были темными. Это сейчас ты можешь быть темными. А тогда как они выглядели, когда ты первый раз вошел в этот кабинет? В старославянском такой наряде. Ага. Волосы. Так. Ну, тогда аура светлая от них типа показана шла. Хорошо, смотри, подожди секунду. Давай мы с тобой перенесемся по ленте времени назад, до момента перехода. Вот предпоследнее воплощение, перед тем, как ты попал на этот совет. Прохожу покаж. В старославянской одежде. Кем ты там был, чем занимался, что там происходило вообще? Когда это было? Земля, не земля. Странно, сейчас стою, изображение такое, как будто... Говори, говори. Рядом с куполом, с таким, что ли, гигантским. Мне сейчас молодец. Приходят такие знаки. Молодец. Как будто я его там это оберегаю. Ага. Ну, сейчас тебя... печать такая. Странная печать стоит очень. Угу. Ну, подойдем к нему, давай. Спросим, как к нему можно обращаться. Поприветствуем его. Он называет свое имя? Или он с настороженностью смотрит на нас? Как будто это ощущение такое здоровается. Ага. Пусть он просканирует тебя. Скажи, просканируй меня. А также пусть просканирует информацию, почему ты здесь. И для чего. За голову взялся. После скана. Угу. Как будто луч в голову. Так, а что его так смутило, скрутило, причина? Образом, и что, как так? Я мог все забыть. Угу. А он узнал в тебе самого себя? А я все подал ему, что это я и есть. Угу. Он-то это понял? Да, поэтому взялся за голову. Так, хорошо. Спроси его. Ого, он какой здоровый. Мама, не. Спроси его, что он тут делает, что он охраняет? Баланс. Баланс чего? Баланс силы. Угу. Приходят. Так. Это и есть. Хорошо. Миссия. Так. Все его миссия сохранение баланс. Баланса. Так, все должно для быть в балансе. Для этого его и поставили, для баланса. Ага, ну я отлично. Я храню баланс. Я есть баланс. А у хранителя баланса как имя? Фенечка, посмотри, что-то я это не вижу. Светом. Да, у меня имя несколько раз пришло и вылетело из головы. Сейчас спрошу. Светом пучки бьют и шучечки стирает сразу. И все хорошо. Сейчас спрошу. Ильгиоилс. Да. Нифига себе. А сокращенно есть имя? Илгил. Приветствуем тебя, Илгил. Приветствую. Скажи, пожалуйста, вот ты стоишь на страже, ты хранишь баланс.
А почему ты покинул это пространство и пошел вот на воплощение на планету Земля? Я так понимаю, это твое было первое посещение планетарного пространства? Я не планировал воплощаться, говорит. Так, а что произошло? Я страж. Так, ты страж. А что произошло? Почему ты пошел все-таки на воплощение-то? Что за события произошли? И для чего вообще это тебе нужно было? Сам момент не помню. Так, хорошо. Помню бой. Угу. Хорошо. Илгил, а посмотри, вот какой бы ты опыт добавил к себе в копилочку, пройдя вот эти воплощения на планете Земля? Опыт целительства. Так, хорошо. Угу. А посмотри, пожалуйста, сейчас. Вот что за... И творение. Так, целительство и творение. Давай посмотрим, что же за бой произошел. Посмотри на эту ситуацию со стороны. И почему вы проиграли? Свет всегда сильнее тьмы. Потому что я один. Потому что я один. Он один. Кто не поддался на соблазнение? Ага. На соблазнение. А сколько вас было раньше? 12. А еще раньше 21. 21. Так, хорошо. Давай перенесемся по ленте времени тогда, когда вас было 21. Я здесь. Угу. А кто у вас старший в вашей команде, в вашей группе? Напротив меня стоит. Как мы можем к нему обращаться? Михаэль. Приветствуем вас, Михаэль. Архангел? Да. Приветствуем Архангела Михаэля. Приветствуем, братья Света. Архангел Михаэль, я хотел бы пообщаться с вами на какую тему? Вот мы перенесли сейчас тот момент времени, когда вас было 21. Через какое-то время вас останется 12. Потом останется Илгил 1. И в итоге он пойдет по чужой программе на воплощение на Землю. Я хотел бы спросить, а в чем первопричина, почему стало распадаться ваше братство, ваша сила? Да, я починили, он много говорит. Давай. Вдох-выдох, оставь меня с ним. Приветствую вас, Архангел Михаил. Приветствую вас, воин света. Мурашки побежали. Архангел Михаил, скажите, пожалуйста, что же произошло? Почему вас стало меньше, и в итоге вы распались? Мы не распались. Куда делось? Было время, когда на планете был только свет. Так. Угу. И что произошло? Потихоньку лето зачисления за летоисчислением. Планета меняла свои вибрации, менял свой образ жизни. Угу. Люди делали свой выбор, исходя из того времени, в котором они находятся. Угу. Сейчас собираются, соединяются, восстанавливаются они, воины, стражники, одним за одним. Скажите, пожалуйста, вот про те изменения, про которые вы говорите, я так понимаю, что это изменения, планетарные изменения на Земле, да? Вибрационный план и энергетический план или нет? Вибрационный и энергетический тоже. Я имею в виду про планету Земля и пространство вокруг планет. Да. Но ведь вы находитесь в другом планетарном. Все едино. Но вы находитесь выше, в другом пространстве. Кто тебе сказал, мы все время здесь, в околоземном пространстве. Хорошо, точно. Хорошо. А тогда скажите просто, почему так получилось, что Илгил остался как бы один? И он говорит, я один, и поэтому... Каждый воин так силен духом. Каждый хотел пройти свой опыт планетарный. И ушел с программы. На чем его поймали? Какая провокация была в том событии? Верный вопрос. А ты спроси у него. Я сейчас к нему обращусь. Все-таки получается, что вот вас 21.
Вы все приняли решение идти на воплощение или нет? Нет, нет. Половина ушла обратно к себе в источник своевременно. Осталось 12, я правильно понимаю? Вторая половина осталась здесь. Таково было решение согласно тем вибрациям, которые были здесь в тот момент. Угу. Хорошо, почему те, кто остались, они разошлись в разные стороны, разъединились? Да, хорошо, сила воина присутствует. Это выбор каждого. Выбор каждого из них был. Конечно. Так, хорошо. Пусть он найдет слабое место, которое привело его к поражению в том сражении. Пусть эго. Он найдет. Эго. Эго. Да, и оно очень большое было на тот момент. Так, хорошо, хорошо. Ты хотел доказать себе и другим, что ты сильнее. Что угу. Один в поле воин. А на чем ты он... хотел доказать и на планете, что так. Ты сильнее. Угу. И забыл свои истинные программы, забыли и другие. Угу. А на чем он взрастил это вот чувство, эго свое поднял до небес? А не надо никому ничего доказывать, надо просто быть, сеять свет и благодать в пространство, это и есть высший свет, высшая истина, без условий, в намерении своем просто быть. Угу. Илгил, изъявляешь ли ты волю, чтобы данная энергия навсегда покинула твою энергосферу? Что произошло, Дим? Какие ощущения? Ощущения, как будто меня расперло, потом я разорвал оковы, ой, много цепей. Хорошо, Михаил, я бы хотел пообщаться с Илгилом, потому что он сейчас прочувствовал в себе весь тот опыт, который он прошел. Я благодарю вас, Михаил, за помощь, но оставьте меня с Илгилом, пожалуйста. Илгил слышит меня? Да. Илгил, дай, пожалуйста, несколько рекомендаций. Слышать. Ага. Как ты себя сейчас чувствуешь? Посмотри, надо ли тебя подпитать полон какими-то сил. Потоками? Полон сил. Надо подпитать еще каким-либо потоком? Да. Каким? К Творцу хочу. К Создателю хочу. Домой хочу подняться. Всему свое время. Всему свое время. Сейчас поток Творца пошел. На счет три видишь поток? Илгил. Чувствую, вижу. Вставай в этот поток. Я здесь. Поднимай ручки, поднимай голову, напитывайся этой энергией, энергией Творца, синхронизируйся с ним. Да. С его энергиями. Благодарствую. Благодарствую вас. Раскрывается весь твой потенциал, вся твоя сила, огонь. Вся твоя мощь. Да. Огнем горю. Огнем горю. Ух. Ох, силища. Ох, мощь. Активация и синхронизация всех энергий вибраций. Огнем горю. Я все могу. Я все могу. Я все могу. Я здесь. Илгил, слышишь меня? Я слышу тебя. Да. Дай несколько рекомендаций для самого же себя, для Дмитрия. Оставь как ему почувствовать свою силу? Непосредственные, сомнительные, не имеющие значения слабости. Они не твои. Твой дух силен. Иди.
по силе воли истинного значения и намерения, твой дух в тебе, твой дух силен. Оставь сомнения извне, они не твои. В радости и в созидании, в любви и творении ты придешь к истине значения смыслов и бытия, в любви и к единению с пространствах. Осознаешься и осознаешь других. Ты сила, ты свет, ты огонь, ты мощь. Осознался, осознай другим, помоги им пройти этот путь. Благодарю. Илгил, оставь меня, пожалуйста, с Леной. Лена, отсоединись от него. Лен, ты со мной? Я все же где-то в абсолюте. Она в радуге. Там радуга вокруг летает. Так, хорошо. Мы благодарим всех, кто помогал нам здесь. Благодарим Михаэля. Благодарим всех ангелов. Наставников, хранителей, благодарим, 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 благодарим Илгила. Отключаемся от этого пространства и переносимся по ленте времени вперед в комнату диагностики. Лен, возьми тонкую копию Дмитрия и в комнату, чисто высоковибрационное пространство. Пошел перенос. На месте. Я чувствую, как это, все, вибрации кончились, все. Ну, отлично. Но еще все равно вибрации есть, мы... Лен, тут столько света. Вы в комнате? Да, у меня просто комната диагностики тут в абсолюте. Ну, ничего почти страшного. Главное, чтобы пространство было чистым, высоковибрационным. А, замечательно. Как себя чувствует подсознательная часть? Дим, спроси сам свою подсознательную часть. Есть какие-то изменения? Что она тебе говорит, твое подсознание? Чего там? Да, передавай, передавай. Говори, говори. Походу так лазанулось. Чего там? Как так? Как так? Ну, лажанулась. Ну, бывает. На все есть опыт. Осознание пришло. Осознание пришло к ней, да? Ну, самое главное, что пришло. Хотел бы сейчас еще что-либо подсознательную часть тебе передать, да, до тебя донести. Вот все, что она сейчас пережила, все, что она сейчас осознала. Что бы она хотела тебе еще сказать для физики? Она ко мне сейчас прижалась. Синхронизируйся. Ага. Просто я синхронизируйся, делаю, слейся, сливайся. Единый. И растворись. Доверись к себе. Да, доверие к себе. Молодец. Вот. Угу. Вот так. Да, мы вместе. Ну и отлично. Пусть раскроется. Посмотрим сейчас. Пусть раскроется. Лен, раздели ее на фантомы. Пусть каждый фантом обретет свой цвет. Дим, посмотри, произошло ли разделение? Если да, просканируй сам, Дим, для начала. А сколько фантомов ты видишь? Все это ярко и прекрасно. Блин, это правда у меня столько фантомов, а? Да, озвучь, я все жду, когда ты скажешь. Чего-то их очень много. Скажи, сколько, озвучь. Что-то я считаю, 12 я уже сбился. Значит, сейчас скажи, основные вышли вперед. Главные. Остаются только главные фантомы. Главное почему-то там что-то 11 или 12, что-то в этом. 12, молодец, умница. Видишь, как хорошо ты считываешь, молодец. Ну, они светлые. Все белого цвета. Да, все как бы ин, все белое. Причем плотный белый цвет, он не просто очень белый, плотный, а плотный. Но считай информацию-то с этой энергии, с этих фантомов. Что это за фантом, что они тебе дают, какую силу. Какую мощь, как они отражаются в твоей жизни физической, на тонком плане. Первая защита. Да, первая защита. Вокруг меня аж такая образовалась. Так, отлично. Вторая.
Второй, как будто от меня такие исходят волны доброты такой, любви и смелость, еще что-то. Да. И смелость еще. Третий, это такой уже больше. Он какой-то спокойный такой, самый, как будто внутреннее спокойствие такое. Интересно. А к чему относится? Ощущение. Смотри, сонастройся с ним. Куда? К чему он относится? Сонастройся. Больше, может, так же, как сердце так. Но я чувствую, mm-hmm. такое его трогаешь, он такой... Какое пространство относится? Сонастройся в этом уже... Нет, это не наше пространство, это точно. Молодец, да. Это не наше, потому что это не от нас, не наше. Сонастройся с каким? С каким именно пространство считай? Сейчас. В туннеле. Улетай никуда, просто я считай. Я не лечу, я считываю, смотрю. Да, нет, вверх поднимайся, вытаскивает. Говорю, подождите. Пятое, да, это свет. Такой он, как бы свет абсолюта на него. Молодец. Только он не такой плотный, он такой нежный, по бокам как бы обвивает меня вокруг, как бы дополнительно создает мне как бы источник питания фактически и защиту. Угу. Следующий. А следующий мне показало. А я могу спокойно, как бы это фактически как коннектор. Я могу настраиваться на любого, на кого сосредоточиться. Угу. И все, я рядом, это как этот. То есть это транспорт такой для общения фактически, который уплотнен. Пятый, смотри. Пятый это самое интересное. Угу. Знаете, такой, как будто он такой человеческий облик такой пришел. Молодец. Светлый такой. Настройся, что это такое? Тяжело описать, тяжело. Связь с чем? Да. Посмотри. Вот. С кем, с чем? Настройся. Говори, как есть, не анализируй. Войди в него. Да, войди прямо в него. Да, это связь, это я бы сказал, совсем все, что есть. Вот сейчас я зашел, у меня как связь бы я миллионы частиц. Пух, развалился. Связь с создателем. Прямая. Ты часть его. Говори, часть его. Угу. Ты я часть его. Везде. То есть я и здесь, и я везде. Неделимая. То есть одновременно. Любая. На атомы так пух, распался, и во все точки такой есть. Угу. Ну и отлично. Хорошо. Давай посмотрим, проверим все-таки по частотам. Лен, раздели его на частоты, все его фантомы, все его биополя, и начинаем проверять самые низковибрационные частоты представителей нижних темных миров. Если есть данная частота, проявляется, нет, не проявляется, пошел импульс. Дим, давай сканируй. И скажешь, чисто здесь или нет. Идем, щитка, первая, нижняя. По ощущениям чисто, но там есть что-то. Поэтому... Что там, Лен, посмотри. К воронке ближе что-то, потому что меня втаскивает туда, пытается... Браток, ты куда полетел? Не-не-не. Да. Ну-ка, вернулся. И там сюда, контрактник. Сюда. Контракт. Сюда. Там контрактник. Хорошо.